попала в лицей, то слышала, что люди здесь кардинально меняются. За 2 года обучения здесь я и сама изменилась до неузнаваемости. Спасибо за ценный опыт и прекрасные воспоминания, которые будут греть наши души еще многие годы. Учась здесь, я всегда хотела становиться лучше. Спасибо вам за знания, заботу, понимание, любовь. Вы научили нас не только предметам, но и жизненной мудрости, придали нам силы двигаться дальше. Нам очень жаль расставаться с вами, но знайте, что вы навсегда останетесь в наших сердцах. Желаем вам крепкого здоровья, благодарных учеников и удовольствия от вашей работы. Мы гордимся вами и надеемся, что вы будете гордиться нами. Безусловно, отдельное спасибо вам, любимые родители. На протяжении этих 11 лет вы были рядом с нами, поддерживали нас и мотивировали. Для меня это большое удовольствие радовать вас и заставлять улыбаться. Ваша искренняя улыбка – это лучшее, что может мотивировать меня и дальше добиваться успехов. Спасибо вам. Вот и наступил день, когда мы с грустью в глазах и одновременно с улыбкой на лице можем поблагодарить всех своих учителей, родителей, одноклассников и лицей. Спасибо вам большое. Хотим выразить слова благодарности всем тем, кто эти 2 года шел с нами нога в ногу, преодолевал с нами все трудности и преграды. Это был огромный путь, который, к сожалению, подошел к своему логическому завершению. Спасибо, дорогой лицей.